Сегодня второй день работы алтайской делегации в форуме межрегионального сотрудничества России и Узбекистана. Накануне наши компании заключили контракты более чем на 1 000 000 000 рублей. По самому крупному из них с Алтая будут поставлять крытые вагоны. Об этом с узбекскими коллегами договорилось предприятие «Алтайвагон». Оно заключило договор на 650 миллионов рублей на поставку 200 вагонов. Первые в 100 в государства Средней Азии отправят до конца этого года. Алтайские вагоны будут использовать для международных перевозок экспорта из Узбекистана. Крупные контракты заключили еще ряд предприятий края. Вскоре в страну СНГ планируют поставлять продукцию глубокой переработки древесины и пиломатериалов, сельхозтехнику и комплектующие к ней, а также активаторы роста урожайности аграрных культур. Отметим, стенд Алтайского края площадью больше 100 квадратных метров пользуется большой популярностью у зарубежных партнеров. В экспозиции представлены технологические разработки, а также продукты пищевой и перерабатывающей промышленности. Двухдневный межрегиональный форум проходит в Ташкенте и сегодня завершает свою работу.